О развитии волонтерского движения и поддержке добровольческих инициатив поговорили в рамках круглого стола в конгресс-холле Омского областного экспоцентра. Волонтеры со всех районов области вместе с представителями Министерства по делам молодежи обсудили вопросы организации партнерского взаимодействия между молодежными волонтерскими объединениями, совместного проведения различных акций, обучения добровольцев и ряд других вопросов. В частности, свои идеи и предложения в сфере пропаганды здорового образа жизни высказала представитель Омского областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи. О перспективах сотрудничества волонтеров в рамках мероприятий по охране окружающей среды рассказал представитель Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Студенты аграрного университета поделились опытом работы с детьми и пожилыми людьми. А исполнительный директор «Ритма» поведал, как с помощью Омского молодежного форума можно продвигать идеи, ценности и практики добровольческих инициатив. В Омске добровольчество – это даже на очень хороших позициях, еще в зависимости от других регионов, так как мы сейчас обмениваемся опытом, все-таки знаем и добровольчество в других регионах. Чего не хватает – это статусность. Если за границей статус добровольца – это все-таки превыше всего и есть какой-то статус, то у нас на данный момент статус добровольца-волонтера нету. И все-таки это ребята, которые… Ну, как-то не оформлен все-таки статус у них, и не особо ценится добровольческая деятельность. Наверное, наша главная задача именно добровольцев поставить себе и создать свой статус, чтобы нас ценили. Значительная роль в поддержке и развитии волонтерского движения в регионе отводится пропаганде. Как отметили за круглым столом, необходимо привлечение большего общественного внимания к добровольческим акциям и мероприятиям, доступными средствами массовой информации. Использовать предложили молодежный информационный портал «Молодой.инфо» и сообщество в социальных сетях. На встрече также присутствовала волонтер из Италии Олеся Бертола. В Россию девушка приехала по программе студенческого обмена и уже успела познакомиться с местными добровольцами. Я заметила, как хорошо работают волонтеры университета ОМГУ. И я была с ними, когда они ездили к бабушкам и дедушкам. И это было... Это было важно, интересно и также очень большой опыт. Я очень рада, потому что я познакомилась с этими студентами, волонтерами, и они прекрасные люди. Сегодняшняя рабочая площадка стала именно решением вот проблем нехватки информации, координации усилий. Это наиболее ценно. Сегодня мы услышали мнение о том, как работают волонтеры и иностранных гостей, что тоже является очень ценным и таким специфичной особенностью сегодняшнего мероприятия, а также как оформить свою деятельность, как сделать это действительно стоящим и конкурентоспособным проектом, потому что именно вот такой составляющей проработанности идеи добровольческой, ее тоже часто не хватает. Сегодня участники получили ответы на эти вопросы, и это очень ценное приобретение. Специалисты Министерства по делам молодежи отмечают, волонтерство и добровольчество – важная часть работы со студентами и несовершеннолетними. Именно поэтому мероприятия по развитию и поддержке этой сферы проводятся на территории региона с завидной регулярностью.